Впервые финал национальной туристической премии пройдет в Самаре. Награждаются лучшие проекты в сфере событийного туризма. Самарская область представит на суд жюри 10 туристических проектов. Один из них готовит музей Ильдара Рязанова. Единственный в области музей, посвященный киноиндустрии. Он открыт всего полтора года назад, но самарцы и гости города успели его полюбить. Только за этот год здесь побывали больше 7 тысяч человек. И вот его сотрудники штурмуют новые высоты, придумали проект, который должен поразить жюри национальной премии. Называется он «Вкус комедии». Проект погрузит центр города в атмосферу советского кино. Актеры, сыгравшие в картинах Рязанова, будут обсуждать современные фильмы и классику. Рестораны готовить киношные блюда, например, знаменитую заливную рыбу. Таким образом, любимый фильм можно будет попробовать на вкус. И приходя к нам, они будут попадать в прошлое, они узнают больше о своем современнике, об актерах, которые снимались в фильмах Ильдара Рязанова. Не секрет, что 60-е, 70-е годы это был целый бум, когда люди ходили, покупали открытки с актерами, то есть такие герои своего времени. Вот о них, о этих кумирах нашего прошлого и нашей истории мы рассказываем здесь. В номинации «Спортивный туризм» Самара представит лыжный марафон «Соколье горы». Уже 5 лет, чтобы поучаствовать в нем, в город приезжают спортсмены и любители со всей страны, а также иностранцы. В этом году в марафоне приняли участие около 600 человек. Дистанция проходит по Сокольим горам. Это одно из красивейших мест Самары. Поэтому все участники могут приехать, насладиться вот этой потрясающей трассой, потрясающим лесом и видами. И заодно погулять по нашему любимому городу, по нашей любимой Самаре. На финал национальной премии в Самару должны приехать больше 300 человек из 57 регионов Российской Федерации. Для них в исторической части города подготовили сюрпризы, бесплатное посещение музеев и приятные бонусы в ресторанах. Это большая ответственность, это ответственность в плане гостеприимства и туризма, показать участникам и экспертам, что в городе есть что смотреть, есть чем гордиться и что есть инфраструктура туристическая, которая готова принимать гостей. Вручение национальной туристической премии состоится уже в эти выходные. Мария Левина, Сергей Баскин. События.